В интернациональной семье праздников вдвое больше. Жители восточного Казахстана Бахыджамал и Александр Кеник считают это явным плюсом в своем браке. И строго чтят как казахские, так и немецкие традиции. Аналия Синбердина убедилась в этом лично. Бахыджамал Кеник сегодня хлопочет на кухне. Она уверена, хорошее угощение – основа любого праздника. Будь то Рождество, Наурыз, Пасха или День Единства. Его здесь считают символичным. И 1 мая в семье всегда ждут с нетерпением. Мы соблюдаем вот казахские традиции и немецкие традиции. Всегда вот двух сторон не обижаем, всегда держим. И баурсаки готовим. И щельпеки готовим, немецкие блюда готовим там. Кстати, премудростям немецкой кухни женщину научил муж Александр. Глава семейства – профессионал во всем. Отлично говорит на казахском языке, детей воспитывает в традициях степного гостеприимства. И себя считает коренным жителем восточного Казахстана. Родился здесь и сам Александр, и его родители. И друзья, все казахи, да. И русские есть, и казахи есть. Любой национальности. У меня даже армяне есть знакомые, хорошие, так вот общаемся, друзья есть. Любой национальности. Я считаю так, если сам ты хороший человек, то к тебе все будут хорошо относиться. Семья Кеник не только в Айыртау, но и во всем Уланском районе считается образцовой. Свое хозяйство на 30 дойных голов, еще и мастерская. Александр и кузнец, и слесарь, и токарь в одном лице. Металл в его руках легко превращается в нужную деталь. И неважно, для чайника или для трактора. Я не представляю жизни, допустим, в городе, где-то в квартире. Не могу я сидеть без дела. Это жизнь, можно сказать, моя. Вот трактор голый из Китая пригнал в 2015 году. Навесное оборудование все сделал сам. В целом в области сегодня проживают представители больше 100 этносов. Активно работают 22 этнокультурных объединения. Все вместе они не только встречают праздники, но и организуют экологические акции, садят деревья. Так в этнопарке к 1 мая появилась и особая аллея. В честь 30-летия Республики Казахстан. Садим деревья замечательные, создаем аллею дружбы. Желаю всем казахстанцам добра, мира, счастья, любви, благополучия. В регионе традиции единства незыблемы. Не случайно именно здесь 30 лет назад был создан первый дом дружбы в республике. Анна Синбердина, Жигер Бабаканов, Восточно-Казахстанская область, Хабар, 24.